18 будет. Рама, 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 Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Всегда, значит, ну, значит, тот, кто, ну, имеет блаженство какое-то. И мы обращаемся к Господу таким образом. То есть, мы обращаемся к Нему: Господь, Ты, как раз, океан счастья, можно мне как-то с Тобой связь вступить, чтобы я тоже это счастье почувствовал? Потому что я действительно хочу быть счастливым. Это что касается имя Рама. Спасибо. Мы, наверное, попрощаемся с телезрителями. Хари, вот... ваша как-то дорога и конечная цель, вот жизнь после смерти, допустим, как бы это? Есть невидимый банк, на котором есть какие-то добрые заслуги ваши, если вы много заслуг каких-то добрых делали, эти желания быстрее исполняются. Вот. То есть такая развитие, поэтому он удовлетворяет все желания, то есть наши. И поэтому, если у нас есть такие желания, он говорит, это лишь проблема. Вот если, но я со стороны наблюдаю, мне, то есть дали посмотреть на это все. И там такие вот трубы, получается, железные. Эти трубы как мясорубки, много мясорубок такие, знаете, как внутри механизм. Такая вот вещь, да. И то есть это адские планеты. А но есть и райские планеты, там, где ты попадаешь, и там везде деревья. Перевод и комментарии о божественной милости Абхачара Наравинды Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки. Удовлетворение. Существует предписание, которое регулирует удовлетворение чувств. Интересно. Однако чувства
не предназначены для неограниченного наслаждения. Так, например, брак или союз мужчины и женщины необходим для продолжения рода. У нас есть. Да, и Винди тоже зашло. Да, это только не зашло. Да. Это и есть планировка семьи. Может быть, кого-то есть что-то дополнить? Потом еще вопрос вот по первому тексту. Другим. Они приглашают в дом людей, освещают пищу для Бога, опять же. Эту просад раздают другим людям. Если кому-то что-то понадобится, мы пишем. Хари Кришна, приятного аппетита. На Ютубе будете смотреть? Да, я не смотрю Ютуб. Что ты врешь-то?